Вы смотрите видео об отеле Вилла Тартуга Хоутел. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Вилла Тартуга Хоутел расположен в стране Куба в регионе Варадеро и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Отель расположен в центре курорта Варадеро на белоснежном пляже в 20 минутах езды от аэропорта. Отель расположен в тихой части Варадеро. Он прекрасно обустроен и обладает всеми качествами для тихих и спокойных каникул. Вы сможете насладиться видом пышных зеленых садов с одной стороны, бирюзовой водой и белым песком пляжей с другой. На территории отеля имеется 3 ресторана, 2 а-ля-карт, 6 баров, 1 открытый бассейн, 1 теннисный корт, услуги врача, прачечная, интернет-кафе платно. В номерах есть балкон или терраса, кондиционер, ванная комната с душем, спутниковое телевидение, прямой телефон, сейф. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров – 292, стандарт rooms – 28-30 м2, максимум 2 плюс 1 человек, superior rooms – 28-30 м2, вид на океан, максимум 2 плюс 1 человек. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть открытый бассейн, бассейны с пресной водой, бильярд, велосипед, горный велосипед, центр водных видов спорта, катамаран, плавание с маской и трубкой, уроки подводного плавания, виндсерфинг. Также бесплатно доступны фитнес-центр, теннисный корт, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, катамаран, мини-гольф, развлекательные программы, уроки танцев. За дополнительную плату имеется массаж, бильярд, для детей есть детский клуб, игровая площадка, детская зона в бассейне, белоснежный песок. Год постройки гостиницы – 1996. Год, когда был сделан последний ремонт – 2003. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.